Кто-то сказал, что обувь – фундамент вашего стиля. Качественные туфли могут стоить мужчине сотни долларов. Так почему вы портите свой образ коряво завязанными шнурками? Да, есть правильный способ завязывать свои шнурки. И в сегодняшнем видео я покажу, как правильно завязывать шнурки. Самый распространенный способ завязывать шнурки называется «бабий». Смысл в том, что вы кладете правый шнурок поверх левого, формируете узел, затягиваете. Затем формируете петлю правым шнурком, огибаете петлю от себя другим шнурком и затягиваете. Проблема в том, что форма этого узла кривая, и он развяжется в течение дня. Другой распространенный, но неправильный способ завязывать шнурки – так называемый «бабочка», который включает в себя первый узел, затем формируются две петли, перекрещиваем правую петлю поверх левой и затем крепко завязываем. И снова формируется кривой узел, которого нужно избегать. Правильный же способ завязывать шнурки – начинаем с формирования узла как раньше. Правый поверх левого шнурка, формируем петлю, но в этот раз огибаем ее против часовой стрелки перед собой и затем затягиваем. Это маленькое отличие делает узел намного опрятнее. Он остается горизонтальным и не распустится так просто. Теперь повторим процесс немного иначе. Если в первом узле левый шнурок будет над правым. Когда сделали петлю, теперь обогните ее по часовой стрелке, чтобы получился правильный узел. Если против часовой, получится бабий узел. И это требует небольшой практики, чтобы завязывать правильно на автомате, иначе будет получаться по-старому. Но завязав так хоть один раз, вы заметите разницу. Не все понятно? Остались вопросы? Тогда вам поможет инфографика в статье. Детально, шаг за шагом руководство объясняет, как сделать все правильно. И если вы хотите больше информации, читайте мои бесплатные книги о мужском стиле на realmanrealstyle.com.